Ну, короче, смотри. Вот это озеро, видишь? Вот, вот это озеро. Его надо выкачать. Туда там подкачать. В лес. И это экскаватором вычистить отсюда. Ну, короче, углубить его. Ну, на ты туда полез. Так зачем ты туда полез? Всем привет! Мы вот приехали к этому экскаватору интересному. Время 10 утра. Наша задача заключается в том, что ребята все подготовили, зацепили троса. Мы берем, просто цепляем за эти троса и пытаемся вытащить. Посмотрим, как у нас это получится. Твоя любимая, зеленая. А что вы блюрите, блин, туда-сюда? Вы сейчас чего сделали? Вокруг башни завели? Вокруг башни, вон там концы лежат. Вон там концы лежат. Вот один конец на ломе. Вот второй конец. А за гуслю вы зацепили или нет? Или пытались завести? Пытались зацепить. Ну как, зацепили за гуслю, и она встала в распор, насколько я понял. То есть она, ты не просунул ее? Ну трос не просунул? Сянка туда, он подтянул эскаватор, и алюминиевая бабушка застряла в шестеренке. Ладно, давай сейчас зацепим вот это, потянем как бы одной, посмотрим, наклонится он, нет, если что, перецепить. Вот здесь как-то не очень эффектно, вот эта вот ступенька. Надо будет убирать ее. Сейчас попробуем стронуть и сюда подтащиться, потом придется, наверное, экскаватором подрабатывать. Мишань, давай, прыгай, доставай блоки два. Ну, маленькие. Да, цепочки и шаклы. Нам цепочки сейчас не надо. Нам нужно меж два блока, два колечка и два шаква. А-ля 17-13. Ты гидравлик включил? Ты где найдешь такие вещи? Давай, как бы на фаркоп вот эту мелкую, ну, нижнюю, а это сюда вытаскивай, вот это. Смотри, давай шаклами и потом на этот, на кольцо, потом кольцо, блок. Потому что, ну, пока зацеп идет один. Ах ты. Ах ты. Что, не залазит? Кувалду принесу из машины, блин. Хватит ключом, блин, работать. Ты забил, что ли? А это не забивается ли что? Так, это у нас сюда. Нам ее надо вот сюда. Ну, а вот туда это перевернется у нас. Нет. Ляжет. Мы сейчас за эту часть будем взять. Смотри. Нам надо вот. Она вот так вот зацепилась. А это блок что-то. Там вот два так. Будет. Вот так давай сделаем сначала. Пальчик. Будем зайчик. Достаточно. Теперь все. Че не так сюда блок, да? Ой, блядь! Блин. Это неожиданно было. Хорош! Хватит! Нижнюю мотай. Зачем так много-то? Нижнюю давай мотай. Ты глянь, почти мерил, что ли? Нет. Давай, давай. Блин, а как я тут провалился, ты представляешь? Там что-то. Я понял. Если надо убирать, это будет сейчас, если пойдет. В смысле, что убирать? Ну, блин, бугор-то этот, нам нафиг не нужен. Ну, здесь
такой нормальный бугор. Да. В недра земли не идти. Сейчас, подожди, подвину. Не тащи, сейчас бок подвину. Я его не тащу, я вот приподнимаю. Лишние девайсы. Силиконовая смазка, да? Ага, с водичкой нормально пойдет. Ну, смотри, у нас вот там, сейчас максимально поднимем сюда, чтобы было как бы вверх. По идее, он должен как бы кувыркнуться, у него противовес туда. Здесь противовес сейчас сняли, ну, понимаешь, его нужно сорвать и подтягивать сюда. То есть, как бы, значит, либо если КамАЗом будем двигаться. Если он у нас пойдет, хотя бы поближе, чтобы ну, тащить, да. А потом уже за гусянку да? связаться цепями. Да. Ну, понимаешь, как ситуация такая, они должны были это все зацепить. Ну, мы цепляем, вот наш зацеп. А что это вы там делаете? Положил? Не пускайте космонавта. Выдернем, да? Пойдет. В принципе, если он там зацепился, и алюмишку, а нет, вот, вот это, то есть, понимаешь, да, там за гусянку где-то зацепилось, ну, что-то ну, должно либо дать. Либо стрельнет она, либо заключит ее дальше, гусянку. Надо перекинуть вот в этот, пока, чтобы сюда пошло сразу. Смотри, там вот этот трос вот закусило, что ли, что? Да, вот понял. Да. Сейчас вот этот сюда стрельнет. Отходи оттуда. Дим, смотри на КамАЗ, что там происходит? Что происходит? Едет или нет? Выскочит. Наверное, выскочит сейчас. Не зацепилась она. Да, давай это сам. У нас там хода есть. Сюда зацепим. И еще пока. Все, шаком еще один. Да. 13-й принеси там шаг. Большой есть. Большой? Че? Сюда? Давай сюда пока встанем. Хватит, там чуть-чуть надо подтащить. Потом отцепим. Сейчас хватит, что там, метр натяжка. Убегайте. Сейчас еще что-нибудь оторвем. Ну, то есть выдернули. Thank you.
Электрический, нет? Нет. Я не знаю, ты смотрел? Я на КамАЗ смотрел. На КамАЗ смотрел? Ну, пока я не вижу напруги пока еще. Мишань, давай цепочку, Мишань. Разбирай, убирай этот трос. Цепочку за место этого троса сейчас вытаскиваем полностью. За место этого цепочку 20-ю давай подкинем. Давай цепочку. Ну сейчас настанем чем-нибудь еще. Сколько там еще? Ну ты там до цепи, я сейчас скажу сколько. Че, сколько? Че, хватило? Нифига себе. Еще немножечко. Ну ты цепочку-то. Да я. Подожди, давай вот этот подтянем. Пошел. Дай вот этот подтяну. Траву пошел. О, дома. Гадость какая. Блин, а вчера была зима. А это, видел, да, снег? Как всегда, как экскаватор. Как экскаватор, так. Снег, я прям еду. То дождь, то снег. Я говорю, ну все, я говорю, экскаватор. Все, текаем. Так, все, посмотри на этот, на экскаватор. Поехал? Окей. Сейчас берлагу придется запускать, там экскаватор скидывать, ну, часть нагрузки. Прям поднимали. Это нормально? Ну, разумных пределах, да. Бревну привезли бы, вот, подложили бы сюда, вот, ну, как говорили, горочки там для любителей. Ну, вот под троса, да, чтобы вверх как бы тяга была. То, что разговаривали. Сейчас подождем чуть-чуть, он опускается. Надо будет сейчас, вот здесь вот этот бугор мне не нравится совершенно. А это лед чистой воды, то есть если экскаватор туда загнать, сейчас второй будем вытаскивать. Ну, мы на бугор-то нам надо перепрыгнуть как-то, да, нам нужен плавный выход. Давай укорачивалку через вот эти просунем, да, и за укорачивалку. Дим, чуть подтяни трос, пожалуйста. А? Я имею в виду вот сюда, давай просунем. Ну смотри, либо вот сюда, вот, давай, проходит здесь, вот, да. Давай сюда. И все, чтобы она нам не зажимала. Ну, максимально ее укоротить. Приподними чуть, я не могу притащить. Вот. Главное, чтобы она, ну, туда, да, не присыпалась. О, нормально, пошли. Стройте горки. Горки наши все. А? Надо как-то
Сможет экскаватор здесь вот, допустим, разгребсти? Роман, нужна помощь экскаватора. Ну, убираем краса. Надо, ну, надо убрать, как вариант такой, может быть, и вцепиться. Нам две точки желательно, чтобы было. Понимаешь, не одну сейчас мы тащим. Как бы как можно ниже надо, да. Миш, смотрите, там это возможность зацепить, допустим, есть, нет? Или там не видно нифига. Не, ну она поднялась. Миш! Троса в сторону отодвигаем. Надо что сделать? Перед ним убрать в стороны, туда вот за гусянку столкнуть. Понял? И вот этот, то, что идет ступенька вот эта, надо ее максимально убирать, чтобы был выход. Троса сейчас подъедешь, можешь чуть подвинуть их ковшом. Слушай, ну такая грязюка стала, да? Как было хорошо. Это трындец. Первый день весны. Не переживай. Или ты уже запереживался? Да, нормально. Нормально? Ну, хорошо. Нет, там надо больше, мне кажется, снимать, там глубже. Теперь хороший пруд будет, да? Что? Я тебе говорю, хороший пруд будет. Кому-то повезло. Ну, кому повезло? Собственнику участка. Он хотел же пруд себе? Ни хера себе выкопали. Да пипец. Ландшафтный дизайн поменяли. Идет, мне не нравится, как идет. Давайте берлагу опять. Ну, теперь там надо подкопать. Сейчас сюда цепочку поставим, одну лебедку скинем. Ку-ку. Либо давай разбивать. Почему? Почему разбивать? Ну-ка, давай ты мне с той стороны просунь, подай. Отлично. Все, вылазь оттуда. Так, сюда, верхнюю лебедку. Вот этот блок дальний тянем за гусянку, ну то есть верхний, я имею в виду. Смазка вообще великолепна. Хватает, Миш? Да, да.
спать не будем там? Или там типа жижи? Сейчас посмотрим. Надо гусянку вот эту вот откапывать, чтобы она здесь не упиралась. Она как бы сейчас вот еще откопаем, она пойдет еще наверх. Та вот уже как бы более-менее нормально. То есть он сейчас здесь упирается. Как раз это выходит этот. Вот когда он ничего не упирается, вот так вот и происходит. Так вот убирал. Блин, там надо либо блок откинуть, либо подматывать потихоньку. А, Мишань, ой, знаешь, да? Что? Давай вот этот вот откинем и... Ну, на эту сторону, а то он сейчас сюда пойдет. Ага. Дай мне с этой монтировкой со стороны ковырнуть. Пару метров и надо, ну, либо отъехать, да? А за гусеницу не дотянется? Не, ну так вот хорошо тянется это. Сейчас мы за ту гусли подержим просто, а здесь перецепим поближе и все. Внизу вот должно быть. Видишь, когда не упирается? Ну все, давай обратно и сейчас перецепим. Отпускаю, да? Поехали, смотри. Хорошо, ладно, цепляй прямой этот шакл тогда. Прямой там... или через блок? Нет, через блок, ну шакл этот. Дотянешь? Подожди, вот эту петлю. Еще надо, подожди. Петлю, трос поправь, петлю туда. Ну ты где был-то, я не пойму, ё-моё. Я работал, да, в отличие от вас. То есть я так просто по колено работал, да?
Все, все, я не могу больше. Иди туда, может быть, сейчас потихоньку, ну, чтобы сильно не подымать здесь или что. Или поднимается нормально. Сейчас, сейчас, подожди, он в машину залезет, с ручника снимет сейчас. Пробуй. Стой! Стоял чуть-чуть, прилип. Когда начали спасать-то? Зимой. Скажи, да. Сегодня весна же. Феврале, да. Жень, флажок. Я говорю, флажок финишный где? Смотри, куда ставим. Ну, стрела высоко. Сюда, подожди. Ну вот, ребят, все. Вроде достали. Заказчик, ну, не вроде достали, мы его достали. Заказчик доволен. Всем спасибо. Увидимся. А сейчас мы что делаем? Мы едем домой отмываться и стираться.